Владимирские прокуроры изъяли из оборота левую водку. Контрафактная продукция, а именно 660 полулитровых бутылок водки «Застолье», была обнаружена в одном из нежилых помещений на улице Мещерская во Владимире. Проверяющие сообщают, что бутылки были либо без акцизной марки, либо с поддельной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня в 4 утра ДТП с участием 5 машин случилось на 141-м километре автодороги М7 «Волга». По предварительной информации ГИБДД, виновником массового столкновения стал водитель Kia Rio 1983 года рождения. Он при выезде с обочины не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. «Газель» везла бухты с проводами. От удара она вылетела на встречку, где врезалась в другую машину. После этого столкновения «Газель» отбросила на обочину, где она врезалась в грузовой рефрижератор. Провода же, которые высыпались на дорогу, повредили «Хёндай». Он двигался в сторону Владимира. В результате массового столкновения водители двух автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Владимирской службе скорой помощи 100 лет. Свой юбилей медики отмечают 18 января. Сегодня круглосуточно медицинскую помощь жителям нашего города, судя по официальным данным Белого дома, оказывают 18 бригад. В их числе анестезиологи, реаниматологи, психиатры, педиатры, врачи общего профиля. Кадровый состав медучреждения 270 человек. Станция скорой помощи имеет свой автопарк. Ежегодно сотрудники принимают около 100 тысяч вызовов. В планах у медиков создание единой диспетчерской службы региона с перспективой образования областной станции скорой помощи.